All I need is 10 more minutes, 10 more minutes with you. Let me give it a one last shot, will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time, should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign, I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you gave up hope by now. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you gave up hope. I need 10 more minutes, 10 more minutes with you. Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас покупки с китайского сайта iQOV. Это сайт, который специализируется именно на одежде плюс сайз. И, конечно же, это не может не радовать. Это уже далеко не первый заказ этого сайта. Качество вещей достаточно неплохое приходит. Спрашивали по поводу доставки, как долго она идет. Я видела вопрос. Идет где-то 2-3 недели и приходит в почтовое отделение. Там я, собственно, иду и забираю. Вот, приходит все целенькое, невредимое, все в каждом индивидуальном пакетике. В общем, упаковывают и доставляют достаточно хорошо. Давайте, наверное, приступать. Мои параметры вы сейчас видите на экране. Они вам даны для того, чтобы было проще ориентироваться в размерной сетке производителя. Всю одежду с этого сайта я, как правило, заказываю в размере 3XL. Размер маломерит, потому что 3XL обозначен как 52 европейский, я ношу 50 европейский, соответственно, как-то так, обращайте на это внимание. Сегодня у меня не так много вещей, всего 3 вещички, поэтому видео будет достаточно коротенькое. Первое, что мне безумно понравилось, это вот такой вот комбинезон. Я, честно говоря, это мой первый комбинезон. Я всегда боялась и обходила стороной эту деталь гардероба, потому что мне казалось, что будет ужасно несуразно смотреться, что он подчеркнет то, что не хотелось бы. Но, на удивление, мне понравилось, как на мне это сидит. Он достаточно аккуратный, ничего лишнего не подчеркивает, драпирует. Единственное, у него очень глубокий вырез, поэтому здесь обязательно нужно будет сделать какую-то кнопочку либо крючочек, но не стежочек, потому что если здесь сделать монолитный стежок, то забраться в него просто не получится другими путями, потому что больше он нигде никак не открывается. Собственно, залазить вот через это отверстие сюда приходит. Ткань классная, несмотря на то, что синтетика, она достаточно приятная. В нем не чувствовала себя жарко, как, допустим, вот в этом платьице мне в нем было немножко жарковато. Здесь же все великолепно. Очень-очень широкие такие брюки палаццо, наверное, так это можно назвать. А здесь он тоже сидит свободно. В общем, вот этим комбинезоном я безумно довольна. Но, к сожалению, он мне немного коротковат вот в этой части. То есть вот это вот не садится на талию там, где должно быть, а поднимается чуть выше, за счет чего вот здесь вот начинает немножко врезаться. Ну, не то, что врезаться, но, в общем, ну, видно, что он мне чуть-чуть коротковат не на мой рост. Так что если вы, наверное, рост 165-170, вот плюс-минус вот это, может быть, 168 все-таки, на мой 172 чуть-чуть коротковато вот эта вот часть, вот. Но я им очень-очень довольна, он классный, он удобный, он комфортный, такой летящий, свободный. А качество исполнения у меня претензий нету, ну, как бы есть небольшие торчащие ниточки, но это не критично. Швы
вы достаточно все аккуратные, вот эти грани хорошо обработаны, хорошо аккуратно подшиты. В общем, вот эту вещь я очень-очень настоятельно вам рекомендую, потому что действительно классно смотрится. Следующее платье безумно красивое, мне оно очень нравится, как смотрится, но, к сожалению, мне в нем не совсем комфортно, потому что мне в нем все-таки чуть-чуть душновато. Так, по составу, ну я думаю, что тут сюрпризов нету, и это 100% полиэстер. Да, конечно, 100% полиэстер. Здесь я тоже думаю, что никаких сюрпризов не будет, и я найду этикетку с надписью, что это 100% полиэстер, 95% полиэстер, 5% спандекс. Оно безумно красивое, очень нежное. Мне нравится, как оно скроено, мне нравятся вот эти вот пуговички, которые идут. Кстати, это не шов, это имитация, потому что здесь, ну, то есть это не две половинки, здесь просто такой вот нахлёстик сделан, но платье не раскрывается, скажем так, на две части. Красивое, нежное, но, к сожалению, мне в нем не совсем комфортно, по этой причине, скорее всего, оно не останется в моем гардеробе. Если бы ткань была чуть более какая-то приятная, дышащая, все равно даже на то, чтобы была бы эта синтетика, однозначно бы оставила, но вот, к сожалению, скорее всего, наверное, все-таки нет. Ну, в общем и целом, платье классное. Если прям не совсем на жару, а на градусов, ну, 20-22, то в нем будет классно, комфортно, и оно действительно очень-очень красивое. Качество исполнения претензий нет, есть незначительные торчащие ниточки, но, в общем и целом, выглядит добротно, красиво, симпатично. Мне нравится, что здесь есть такие этикеточки. Выглядит это достаточно презентабельно. И последняя сегодняшняя наша деталь гардероба – это вот такая вот такая рубашка. Мне она нравится, как она сделана. Я давно хотела клетчатую рубашку, но я, возможно, хотела бы ее в голубом цвете, но в этом тоже весьма неплохо смотрится. По составу это у нас, к сожалению, 100% полиэстер, но тем не менее, вот совсем розовая часть, она чувствуется, что это полиэстер. Вот эта же часть, она такое ощущение, что это смесь 50/50 где-то так, полиэстера и хлопка. Потому что именно вот эта основная часть достаточно приятная и комфортная. В ней не слишком жарко, в ней достаточно комфортно. Здесь, в общем, приятная синтетика. Качество исполнения у меня претензий нет. По размеру я сказала, что вся одежда в одном размере. Рубашка достаточно свободная, еще чуть-чуть с запасом точно влезет сюда. Она такая вот расслабленная, большая, свободная, классная. Но здесь достаточно широкие рукава и вот эти части. Если у вас полные руки, то любые сюда, думаю, однозначно влезут. В общем, рубашка очень-очень классная. Я думаю, что даже, наверное, 62 размер я ее смело могу рекомендовать. И причем это, по-моему, не последний размерный ряд, мне кажется, там даже еще 4XL есть. Вот, так что, ну, не буду путать, лучше зайти на сайт и посмотреть. Рубашка мне тоже понравилась. Я ее примерила и как просто рубашку, и как верхний слой, и завязывая рубашку. В общем, она во всех интерпретациях смотрится классно, и рубашку тоже могу рекомендовать, если вас не смущает, что это синтетика. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока, до новых встреч!